В возрасте 40-50 лет некоторые решают сменить профессию. Принято считать, что получение новой специальности – удел молодежи. Однако это заблуждение. Сотрудники зрелых лет тоже вполне могут принять этот вызов. Мы поговорим про перспективы смены профессии как для женщин, так и для мужчин. Прежде чем принимать решение, кардинально изменить свою жизнь и получить новую профессию, нужно ответить себе на несколько вопросов. Постарайтесь сделать это максимально честно. Вы просто устали? Для начала устройте себе отдых. Самое лучшее – пойти в отпуск как минимум на две недели, неважно, оплачиваемый или за свой счет. Обдумайте ваше положение дел. Что вам не нравится в нынешней работе? Может быть, вы просто устали от нагрузки? Тогда отдохните, но не превращайте отпуск в работу. Не делайте ремонт, не занимайтесь огородом целыми днями. Совет. Просто отдыхайте. Кто знает, вдруг после пары недель вы с удовольствием пойдете на прежнее место. Вам не нравится конкретное место работы? Быть может, дело не в профессии. Возможно, проблема кроется в том, что не удалось найти общий язык с коллективом, все друг друга подсиживают и распускают слухи, начальник орет и унижает, требует невозможного, Зарплата слишком низкая, место, где вы трудитесь, не соответствует нормам комфорта, у вас холодно или жарко, плохая мебель, недостаточное освещение, сильный шум и так далее. В этих ситуациях подумайте о том, чтобы найти новое место работы в той же сфере. Зачем получать новую профессию, если у вас уже есть одна? Есть опыт, знания, а подходящее место работы можно поискать. В любом случае, постарайтесь уйти красиво. Не высказывайте претензий и не вымещайте зло на руководстве. Кто знает, вдруг шеф новой фирмы захочет узнать о вас на прежнем месте работы. Читайте нашу статью «Как сказать начальнику об увольнении». Изучите вакансии. Рынок труда неоднородный в разных регионах. Где-то востребованы одни специальности, где-то другие. Выясните, каковы примерные зарплаты в выбранной вами профессии. Сколько вы сможете получать без опыта. Есть вероятность, что реальность окажется не такой радужной, как хотелось бы. К тому же соискателям после 40 лет сложно найти хорошее место. Подготовьте финансовую подушку. Смена профессии – дело не быстрое. Сначала нужно пройти обучение, которое наверняка стоит немалых денег. Затем заняться поиском работы, который может затянуться. Важно! И все это время нужно как-то жить, питаться, оплачивать коммунальные услуги, покупать одежду и тому подобное. Выбор новой специальности. Если вы собираетесь сменить профессию в 40-50 лет, то вряд ли станете рассматривать варианты, требующие длительного обучения. Например, вы не будете с нуля учиться на врача или юриста, потому что это занимает много лет. Однако существует множество профессий, для получения которых вам не придется долго учиться. В этом разделе мы поговорим об интересных вариантах для женщин и мужчин. Пищевая промышленность. Здесь можно рассмотреть вакансии, повар, кондитер, лепщик пельменей, производство полуфабрикатов и так далее. Найти работу без опыта несложно, хотя зарплата будет ниже. Далеко не везде требуется профильное образование. А в большинстве случаев будет достаточно окончания курсов и наличия медицинской книжки. Работа поваром или кондитером – хороший вариант для тех, кто любит готовить. Как правило, на такие должности устраиваются женщины. Кстати, Мужчины тоже могут попробовать. Тем более у мужчины выше шанс подняться по служебной лестнице от рядового повара до шеф-повара. Охранник. Чтобы стать охранником, от вас потребуется физическая подготовка и выносливость. Скорее всего, придется пройти обучение и сдать экзамен. Нужно быть готовым к тому, что во многих организациях охранники вынуждены всю смену стоять на ногах. Бывают ночные смены. Часто график предполагает выход на сутки. Вряд ли вам предоставят комфортный офис, скорее всего, придется работать в небольшой комнатке, производственном или торговом помещении, на складе, в автомобиле или вообще на улице. Подумайте, устроит ли вас это и стоит ли менять профессию. Салон красоты. В индустрии красоты найдется место всем желающим. Клиентов всегда много. Поэтому, несмотря на обилие фирм в этой сфере, все они получают свой заработок. Вакансии имеются самые разные. Мастер по маникюру, педикюру, наращивание ногтей, визажист, специалист по эпиляции, например, восковая лазерная эпиляция, шугаринг, парикмахер, наращивание волос, массажист. Важно! В большинстве случаев от вас потребуется только большое желание работать, хороший вкус, а также прохождение курсов. Для массажиста обязательно физическая выносливость. Если вы имеете медицинское образование, это будет преимуществом для вакансии косметолога. Флорист. Если вас привлекает работа с цветами, составление букетов и цветочных композиций, то рассмотрите профессию флориста. Вот несколько важных нюансов, о которых следует знать. Вам потребуется чувство стиля. Художественное образование не обязательно, но будет плюсом хорошая мелкая моторика, чтобы легко и быстро собирать композиции. Вас ожидают физические нагрузки, ведра с цветами довольно тяжелые и частый контакт рук с холодной водой, работа в прохладном помещении круглый год. Если вы не отказались от идеи стать флористом и устроиться в салон, для начала пройдите краткосрочные курсы. Возможно, вас трудоустроят сразу после завершения курсов. В ином случае обратите внимание на вакансии помощника флориста. Здесь опыт работы не требуется. Работа в супермаркетах и гипермаркетах. Это компании, которые представляют огромное количество рабочих мест. Кроме того, они всегда ищут новых сотрудников на разные должности, потому что в данной сфере высокая текучка кадров. Наиболее популярные вакансии ⁇ кассир, продавец, приемщик товара, фасовщик, сканировщик, сканирование товара, мерчендайзер. Если вы хотите сменить профессию в 40-45 лет, рекомендуем рассматривать не только классические гипермаркеты, но также сетевые магазины с другой продукцией. Совет. Продажа одежды, товаров для дома или детских товаров может быть куда более интересной, чем работа с продуктами питания. Менеджер по туризму. Специальное образование здесь, как правило, не требуется. Однако обязательно знание компьютера на уровне уверенного пользователя. Дело в том, что все заявки и бронирования осуществляются через интернет. Поэтому работник турфирмы должен разбираться в том, как отрыть сайт, набрать текст в программе, распечатать его на бумаге, отправить имейл и так далее. Преимуществом также будут знания одного или нескольких иностранных языков, общее представление о туристических направлениях, опыт путешественника, коммуникабельность, приятный внешний вид. Важно! Найти вакансии, где не требуется опыт работы, может оказаться нелегко скорее всего придется первое время работать за невысокую оплату и небольшой турфирме. Водитель, таксист. Устроиться на работу в такси не составит труда. Достаточно иметь водительские права, стаж вождения. Личный автомобиль желателен, но не обязателен. Особенности. Гибкий график работы, необходимость общаться с пассажирами, ряд опасностей, начиная от неадекватного поведения пассажиров до грабежа и разбоя. Специалист по ремонту, муж на час. Если вы мужчина, у которого золотые руки, это может стать источником постоянного дохода. Спрос на мастеров широкого профиля всегда высок. Вот наиболее востребованные направления – сантехника, электрика, укладка кафеля, ламината, бытовые нужды, повесить картину, зеркало, установить кронштейн, экран на батарею и так далее. Если вы женщина, то можете, например, клеить обои, красить стены, заниматься малярными работами первоначально будет сложно найти клиентов. Можно подавать объявления на сайты вроде Авито, в местные газеты, расклеивать на подъезды и доски объявлений. Кстати, позже, если клиенты будут довольны качеством услуг, пойдет сарафанное радио. Тогда работы и денег будет много. Специалист в области ИТ, чтобы начать работать в этой сфере, обязательно пройти обучение. Как правило, учиться придется не менее полугода. И освоить новую профессию будет совсем непросто. Однако не забывайте, что заработная плата вы довольно высокая. Распространенные вакансии. Программист, системный администратор, специалист технической поддержки, тестировщик, мастер по ремонту компьютеров. Риэлтор. Для начала карьеры риэлтору совсем не обязательно иметь профильное образование. Хотя специфика профессии такова, что нужно хорошо знать законодательство в сфере недвижимости. Поэтому если у вас есть высшее или неоконченное высшее образование по юриспруденции, можно попробовать себя в этой сфере. Совет. Начинать карьеру следует в агентстве. Там вы узнаете особенности работы и получите ценные навыки. Однако оплата труда при этом вряд ли будет высокой. В агентствах самые лучшие клиенты достаются опытным сотрудникам. Новичкам же остается довольствоваться небольшими сделками. Спустя время можно начинать собственную практику риэлтора. Здесь необходимы активная жизненная позиция, постоянный поиск клиентов, навыки общения с людьми, представительный внешний вид. Риэлтор получает свой доход в зависимости от количества проведенных сделок. Поэтому все в ваших руках. Организатор совместных покупок. Если вы являетесь участником совместных покупок и успели познакомиться с основными принципами их работы, можно стать организатором. Прежде всего, вам стоит поискать вакансии. Совместные покупки обычно проводятся в группах соц. Сетей. Подпишитесь на разные группы. Узнавайте, не требуется ли им организатор. Заранее подумайте, какую закупку вы могли бы проводить. Идеи можно черпать из совместных покупок в других городах. Кстати, начинать карьеру организатора лучше с закупок дешевого товара. Так вы сможете познакомиться с бизнес-процессом и не рисковать большой суммой денег. Преимуществом станет оформлено ИП на вас лично или на близкого родственника, потому что ряд оптовых продавцов сотрудничают только с юридическими лицами. Тамада, диджей, фотограф. Если вы активный и харизматичный человек, можете попробовать себя в индустрии развлечений. Возраст здесь сыграет вам на руку. Согласитесь, мало кто захочет пригласить 20-летнего Тамаду на свадьбу. То ли дело 40 или 50 лет. Тамада. Это непростая деятельность. Подойдет только в том случае, если вы коммуникабельны, уверены в себе и любите праздники. Существуют курсы ведущих, которые желательно окончить, прежде чем начинать карьеру. Кроме того, в интернете есть масса информации о том, как проводить торжества. Множество готовых сценариев свадеб, дней рождения и другие. Важно, помните, что Тамада должен сохранять полную трезвость на празднике, уметь создавать приятную атмосферу, Проводить интересные конкурсы, не допускать ссор и драк. Диджей. Профессия больше мужская, чем женская. Обычно диджей работает в паре с томадой. Вам потребуется профессиональное оборудование и умение пользоваться электроникой. Готовые трек-листы легко найти в интернете. Фотограф тоже непростая, но интересная работа. Здесь также нужно профессиональное оборудование и готовность его носить. Вес может достигать 15-20 килограммов. Чтобы стать настоящим фотографом, необходимо пройти обучение на курсах. Там вас научат правильно выстраивать композицию, делать качественные снимки, а также обрабатывать их в специальных компьютерных программах, графических редакторах, аниматор на детских мероприятиях. Работа подойдет тем, кто любит детей и умеет их организовать. Конечно, большим плюсом будет профильное образование в сфере педагогики или дошкольного обучения. Но даже без этого можно найти хорошее место. Некоторые фирмы сами обучают аниматоров. Важные аспекты работы аниматором. Нужна физическая выносливость, готовность дурачиться на публике, носить нелепые наряды, лидерские качества. Фрилансер. Фриланс – это удаленная работа через интернет. На сегодняшний день существует огромное количество вакансий как для мужчин, так и для женщин. Вот некоторые из них. Копирайтер – писать тексты на заказ, контент-менеджер, размещать тексты на сайты, переводчик, автор научных работ для студентов, школьников, СММ, менеджер публикации в соц. В сетях, программист, дизайнер, художник. Большой плюс в том, что возраст для этой работы не имеет значения. Даже если вам 55 лет, вы можете написать 25, и никто не сможет проверить. Таким образом, поменять профессию можно в любом возрасте и в 40 лет, и в 50. Главное ⁇ это ваше стремление к новому, готовность бороться за свои интересы и искать, искать, искать.